Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Самар. Я выступаю под псевдонимом Самвел. Я из Кыргызстана, мне 19 лет. Я занимаюсь музыкой и работаю детским аниматором. Я с детства любил кыргызские музыки, в особенности. А я просто их просто обожал. Я хотел их петь, но у меня как бы не было голоса. Я начал заниматься музыкой с 15 лет. Вот тогда у меня как бы начались появляться вокальные данные. Раньше я слышал то, что дыхание там проблема у тебя, и чутко нужно голос поставить, а так у тебя красивый тембр. Раньше так сейчас считали. А сейчас, думаю, посмотрим после моего выступления. Спасибо, Самар. Вы такой скромный вышли. И, да, не ожидал от вас, что вы так сразу зарядите себя сперва, потом нас. Предубеждать надо, да? Да, да. Такое высокое напряжение, да. Самвел перебесился на сцене. Я хочу просто коротко это прокомментировать, и все. Спасибо. Спасибо. Знаете, вот рок тоже можно красиво спеть, чтобы было слушателям было приятно. А у вас голос есть, но у меня такое ощущение было, что вы кричали. Кричали, и я не получила удовольствия, к сожалению. Он не кричал, он хотел докричаться до нас, достучаться. Когда я просто услышал первой нотой, я сказал, если ты, чувак, споет круче... Я могу круче. Нет, ну, ты уже, ты не смог. Ты в какой-то... Ты сам уже понимал, что в конце ты начал вообще сдуваться. Главное, чтобы ты сам достучался до себя. Понял, что тебе по жизни надо. Спасибо. Я вам скажу нет. Сегодня я говорю нет. Спасибо. Сегодня я говорю тебе нет. Спасибо. Самар, Сэмвел, Сэмвелович, у вас 4 нет, и вы не проходите на следующий тур. Удачи вам. Благодарю. Я обязательно вернусь. Ждем. Ну не расстроился я? Нет. Да, расстроился. Все нормально. Да, я понял свои ошибки. Ну, слишком уж переволновался. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.